Ой, что это происходит? А, это Playtime? Чего? Обниматор Playtime Балдерий Альбертович. Что творится в этой школе? Оу, директор Михаил. Время наказания. Ё-моё, Балдерий Альбертович, пожалуйста. Найдите кого-нибудь другого. Мы его обманули. Смотри, мы успели убежать. А как это так у меня получилось? А если за 3 секунды вы успеете поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить комментарий, то мы точно сможем сбежать от Балдерия Альбертовича. Раз, два, три. Добро пожаловать, мои милутенко Балдерий Альбертович. Я должен обучать тебя образованию. Это моя работа. Всем привет, коты! С вами Балдерий Альбертович, образование и учение. Блин, прикол, смотри, какой у нас Балди. У него линейка торчит из пальцев, это немного странновато. Но мы с тобой начинаем играть. Обычный режим истории, все, погнали! Здравствуй, ученик. Добро пожаловать в гимназию 6. Ну здравствуй, Балдерий Альбертович, гимназия номер 6. Чуть сверху у тебя висит. Какие-то странные колокола, точнее звонок. Ну ладно. Что у нас тут вообще? А, там город, кусты. Ну ладно, Балдерий Альбертович, посмотрим, что у тебя здесь в классе. Ты только это, аккуратно, не тресни мне там со спины линейкой. Всякие тетрадочки смотри. Что у нас здесь за книжка? Русский язык, второй класс. Ха-ха, смотри какой он. Если ответишь на все 3 вопроса правильно, то можешь получить нечто особенное. Просто введи правильный ответ в пустое поле. Нажми клавишу «Э» и «Блок». Ну, короче, понятно, все то же самое нам рассказывает. Вводи правильный ответ, чтобы все было клево и я тебя не треснул. Неплохо. Пример. Я получил. У нас получилось, ну естественно. Это же простые предметы. Справился с заданием на отлично. Держи 10 рублей в награду. Если найдешь автомат с едой или будку с телефоном, можешь потратить их. А, смотри, нам Балдерий Альбертович дал 10 рублей и сказал, что мы их можем потратить. А, ну здесь не видно ничего, какая-то грамота. Слушай, ну прикольно. Опять тетради. Простите, я слишком ленив, чтобы добавить еще предметов. Понятно, короче, только математика. 3 минус 1, 2, ну это логично. Да. О-оу, Балдерий Альбертович разозлился. Так, а где? А, ускорение есть. Он идет? Оу, Балдерий Альбертович, вы что? Сейчас мне будут давать линейкой по моей пушистой попе. Учительская? Ага. Шоколадка Сникерс. Прикол, нормально. Сегодня мы изучим, как есть сыр. Слушайте, ну это полезный урок. Опять учительская. А, так, опять мы будем изучать, как есть сыр. Диск, блин, Балди рядом. Балдерий Альбертович, точнее, нужен отдых, нам говорят. Сейчас мы с тобой съедаем шоколадку. Оу, обниматор? Что? Вот обниматор, кстати. Ой-ой-ой, она нас сейчас обнимет. Быстрее бежим. Еще десяточка. Давай играть. Давай играть, а почему давай я не взял? Играть. А, все взял. Ой! Что это происходит? А, это Playtime? Чего? Обниматор Playtime Балдерий Альбертович. Что творится в этой школе? Быстрее бежим. Так. Слушай, по-моему, мы что-то нашли. А, еще 10 рублей, но они нам уже не нужны. И будильник. Ну-ка, давай будильник возьмем. Я забыл, для чего он. Да у нас сейчас уже схватит, у нас нету выхода, надо что-то брать. А, я же ничего не... А, вместо монеты взял. Все, я включил будильник. Ничего не происходит. Может, они замерли? Как ты думаешь, что сейчас будет? Оу, Балдерий Альбертович идет! У него красные глаза, быстрее бежим! Балдерий Альбертович, простите, пожалуйста, я сейчас все выучу. Нам главное добежать до телефона и позвонить в службу спасения, чтобы нас спасли от Балдерия Альбертовича. Давай, давай, давай. Отлично, нам дали магнитофон, в который мы, наверное, должны вставить диск. Но он не вставляется. Ё-моё, Балдерий Альбертович, пожалуйста.
Найдите кого-нибудь другого. А, мы его обманули. Смотри, мы успели убежать. А как так у меня получилось? Я сбоку Балдерия Альбертовича пробежал, ты прикинь. Вот это прикол. Ага, вот у нас есть как раз Кока-Кола. Сейчас мы с тобой плеснем в Балдерия Альбертовича. Нате, она как слюна какая-то, да? Как будто я плюнул в него. Так, а чё? А, еще нам дали Кока-Колу. Я не знаю, стоит ее применять или нет. Ну, в принципе, давай еще разок в него запустим эту жижу непонятную. А там, кстати, шоколадка. Вот оно что. Она как раз нам и нужна. Есть, мы ее взяли. Быстро съедаем и бежим, бежим, бежим. Давай, 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 скорее, скорее, скорее. Пока Балдерий Альбертович там в столовой за... О-о-о! Ну, этот парень... Дай конфет, у меня нет конфеты, парень. Какое пожертвование? Ты у меня просто отобрал мою монету. У нас есть ключи. И... дихлофос какой-то. Чуть такой, подожди. Вау! Балдерий Альбертович нас поймал. Давай еще разочек. Здравствуй, здравствуй, Балдерий Альбертович. Что-то у меня в этот раз не получилось сбежать. Окей, давай по фастеньку с тобой. Ну, естественно, у меня получилось. Балдерий, ты че? Да, я молодец, потрясающий ученик. Все, бежим скорее, нам опять дали 10 рублей. Я, конечно, не понимаю, что можно купить на 10 рублей. Да, братан, это просто фантастика. Кто-нибудь вообще узнал ответ на третий пример? Напиши мне в комментариях, по-моему, никто его так до сих пор и не знает. Хорошо, мы забегаем в эту дверцу. Давай в этот раз мы побежим сюда. Надо было, конечно, зайти и посмотреть на всех персонажей. Там так, что у нас... О, швабра здесь до сих пор, прикинь. Ладно, оставим ее. Директор Михаил Нефёдов рисовал 2 А-класс. А, ну прикол, чё. Не бегать по коридорам. О, директор Михаил. Время наказания. Ё-моё. Сорян. Вот это да, меня поймал директор. Кстати, мы можем с тобой посмотреть, что за персонаж. А, его да, все равно считают, били здесь. Мы считаем, что каждой хорошей школе нужен хороший хулиган. Вот почему у нас есть этот малыш. Ясно. Носок Гоша. Дети старших классов вместе с учителями сделали это чудо, понятно. В общем, ученики сами сделали это чудо, а за мной еще бежит плейтайм. Блин, надо быстрее прятаться в учительскую. Фу. Она сюда зашла! Она сюда! Нет! Ну все, короче, прыгаем, да. А, Балдерий Альбертович пришел! 4! Быстрее бегай! У-у-у. Это чудесно! Да какое там чудесно! Сейчас мне за трещину такую дадут, что чердак слетит мой. Фу, еле убежали от Балдерия Альбертовича. Отлично, здесь у нас столовая. В принципе, сейчас мы с тобой выживем. Возьмем Кока-Колы. Здравствуйте. На! О, все. Я что-то... О, подожди, его просто в сторону отодвинуло. Ладно, давай еще разок. На, Балдерий Альбертович. Я уже даже не помню, как его зовут. Блин, вообще. Тут реально заикой станешь в такой школе учиться. Так, пожалуйста, не забудь помыть руки перед едой. Ладно, все, съедаем Сникерс. И валим отсюда. Надо подальше. О, носок, здорово, носок Гоша. Я помню, как тебя зовут. Слушай, ну, в принципе, мы отгадали только 2 дневника. Ё-моё! Вот это подстава. 2. Давай, давай, быстрее. Девочка, я не знаю, как тебя зовут, но давай мы быстро это все закончим. А, Вика Переменка. Вика Переменка ее зовут. Все, я понял. Отлично, сюда заходим. Здесь у нас опять этот диск. Его надо вроде у директора в кабинете вставлять. А, Сникерс. Это нам пригодится. И что у нас тут еще? Больше ничего. Почему-то на всех дверях написано, что это учительская. Так, а там Билли ходит. Ладно, нам надо с тобой отгадать еще дневничок. Ага, Балдерий Альбертович уже на подходе. Значит, мы срулим сюда. А, здесь швабра. Блин, нужен отдых. Надо просто разгадать дневник, и тогда у нас восстановятся силы.
Давай постараемся с тобой это сделать. Сейчас мы с тобой найдем. А, вот, все отлично. И, кстати, надо будет ножницы взять. Минус 3. Ну, это 0. Хорошо, что в момент нашего отгадывания Балди не идет за нами. Это было бы очень жестко, как в Роблоксе. Когда ты там отгадываешь, что он идет за тобой. Все, мы все взяли, съели Сникерс. Не пойму, с какой стороны. А, вот он. Ну, в принципе, мы убегаем, и как-то директор сквозь нас проскочил, ты прикинь. Офигеть. Нам просто повезло, походу где-то... О, все, обнимашка едет. А, нет, она сейчас к Балдирю Альбертовичу зашвырнет. Фу, еле убежали, но она сейчас, походу, опять поедет. Так, надо аккуратно. Вот какая-то дверь. Давай посмотрим, что у нас здесь. Отлично. Еще один учебник. Это хорошо. 14, 11 и просто какая-то белиберда. Шикарно. У нас сразу все заполнилось. Для чего нам этот дихлофос? Я что-то не особо понимаю. Напиши мне в комментиках обязательно. О, директор, сорян, хорошо, что я не ускорялся. Директор нас не стал ловить. Но там Балдерий Альбертович уже. Прям рядышком. А здесь есть? Да, здесь есть поворот. И, в принципе, мы сейчас должны найти пятый дневник, который мы с тобой отгадаем. О, 10 рублей. А за место чего я могу взять? Может, за место этой фигни? Хотя, мне кажется, она все-таки нам пригодится. Ага, отлично, еще один. Мир огромен, класс свободен. Минус 2. 4 и... Все, отлично. Неужели мы сбежим от Балдерия Альбертовича? Хотя, честно говоря, у меня редко получается сбегать от Балди. С учетом того, что он уже ускоряется. Где он? А, он! Все. Это капец. Добро пожаловать, мой лейтенант Балдерий Альбертович. Я должен обучать тебя образованию. Это моя работа. Да, ты выполнил свою работу, дружище. Напугал меня так, что я построил кирпичный завод. Ну что ж, ребятушки, я надеюсь, вам понравился этот видосик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкосики. Всем удачи, до скорых встреч. Пока-пока.